Известный фотограф Дмитрий Исхаков в Инстаграм опубликовал снимок 11-летнего Андрея Кислова. Это сын певицы Полины Гагариной от первого брака с актером Петром Кисловым. По словам Исхакова, подростка села улица домой можно затащить только с боем. Смотрите, какой опасный. Все девчонки его, заявил он. Также модный фотограф порассуждал на тему дачного детства. Он вспомнил свою юность, которую провел в деревне Радищево. Тогда они с друзьями играли в футбол на поляне. Причем вместе с ними в баталиях участвовал его дед, который был молод в те годы и полон сил. Вечерами пенсионер обучал молодежь игре в преферанс. Кроме того, дед учил его водить автомобиль. Фотограф отметил, что в те годы был очень влюбчив. Ему часто нравились соседские девчонки. Порой они дрались с друзьями из-за всякой ерунды, потом братались и признавались в вечной дружбе. Помню, у всех были прозвища. Сержант, Серега, Сливок, Слава, Длинный Димон, самый старший, опытный и длинный. Он курил и был вообще из другой лиги, но почему-то терся с нами. Я был мамон, толстый, потому что, вечный мой комплекс на всю жизнь. Родители, прививайте детям правильные пищевые привычки с детства, заявил Дмитрий Исхаков.